ведьмак. Если бы не ты. Здравствуй, да здравствуй. Плевать меня тянет от сегодняшней жратвы. Такие, как ты, только болезни разносят. Паразитизм и дезертирию. Ботва, не так быстро! Тимерия. Эй, за что нам судьбой случилось? Не шали, сука. Прохода нет. Стоять! Прохода нет. Что, в городе чума? Чума? Нет.
Сказали, никого в город не пускать и не выпускать. Ну, если только грамоты нету. А что за грамоты? Ну, обычная такая, подорожная грамота. Откуда их берут? А я почем знаю. Они мне не докладываются. Кто приказал закрыть городские ворота? Говорят, сам король. Он не хочет, чтобы беднота и беженцы такой город засрали. И потом, когда народ туда-сюда шныряет, обязательно какой-нибудь шпик пролезет. А так, о, пойди пролезь. Словом, без грамоты ходу нет. Бывай. Стой! Туда без подорожной грамоты нельзя. Ты об этом? Дай-ка взгляну. Печаточки не достает. Такой, красный. Да быть не может. Может, в гражданской обороне опять забыли. Они там сейчас жутко занятые все. Ну ладно, проходи. Ну давай, порадуй, сволочь. Порадуй меня, сволочь. На переправе их обожгли. Мой брат еще успел. У остальных мужчин черные повесили, а женщин... А ты в это веришь? Стой. Проходи. Такие, как ты, только болезни разносят. Паразитизм, дизентерия. Холера, опять я потерялся. Не шали. Черный кот у нее был? Был. Травы сушила? Сушила. А еще охотники у нее родимое пятно нашли в форме месяца. А ты слышала, чтобы она хоть кого-нибудь обидела? А ну-ка песню нам. Она под пыткой во всем призналась. Это из-за нее у Вильяма жеребая кобыла сдохла. Из-за ее наущений Густав жене изменял. А ты бы видела, как ее сжигали. Только конь ей ноги лизнул. Какие она проклятия стала выкрикивать! Вот и вышла наружу вся ее натура. Придержи. Почтение. Чем могу помочь? У тебя есть бритва и ножницы? Отлично. Подстриги меня.
Бывай. Хочешь справедливости? Найми ведьмака. Но! Предание! Грозный у тебя цеховой знак. Нетрезвых молокососов, извозчиков и шкалеров с кафедры философии не обслуживаем. А я что, похож на хоть кого-нибудь из этого списка? Всегда лучше предупредить, чтобы потом не было проблем. А чем тебе шкалеры насолили? Давай не будем об этом. Что принести? Покажи мне свои товары. Прощай. Я тебя помню. Что принести? Ты играешь в гвинт? Только ни с кем попало. И всегда с высокими ставками. С тобой я бы сыграл, пожалуй. Согласен. Сыграю на твоих условиях. Thank you.
Ты возвращайся, как соберешь колоду получше. Или когда играть научишься. Эй, Седой, видел уже, что у меня на прилавке? Все ко мне! Сюда! Товары по эту сторону Понтера. Все ко мне! Сюда! Я ищу Тамару, дочь кровавого барона из Велена. Твой брат сказал, она здесь. Так вас Милздарь Войцех прислал? Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, Милздарь, я ее сейчас приведу. Ты меня спрашивал? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня все замечательно, Геральт из Ривии. Так, как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. У тебя есть полное право злиться на отца, но он беспокоится о тебе. Полное право? О, большое спасибо. Как это ценно получить одобрение наемника. Мой отец беспокоится лишь о том, есть ли у него чем набраться. Он, конечно, не святой, но он всю округу поднял на ваши поиски. Мне кажется, для него в эту минуту нет ничего важнее, чем найти тебя и твою мать. Я в людях кое-как разбираюсь. Жаль, что он раньше о нас так не заботился. Особенно о маме. Он совершил ошибку и понял это. Я не оправдываю его, просто говорю, что он наконец осознал, что натворил. И что вы очень нужны ему. Замечательно. Я все приняла к сведению. Ты приехал, чтобы мне об этом сказать? Прежде чем я согласился тебя искать, барон рассказал мне вашу историю так, как ее видит он. А что расскажешь ты? Моя история скучна, как жизнь на болотах. Мое первое детское воспоминание. Пьяный отец лежит под лестницей, облепленный грязью, и сжимает в руках бутылку. Примерно так же прошла еще дюжина лет. Отец пил беспробудно. Пропадал месяцами. Потом возвращался и закатывал такие скандалы, что только мебель летала. Как же я радовалась каждый раз, когда он собирался на войну. Помню, как он орал на маму. Бил ее аж до хруста. Она плакала. Я тогда пряталась под кровать и ждала тишины. Вот и вся история. Помножь это на 19 лет, выйдет моя жизнь. В конце концов, чаша терпения переполнилась, и мы убежали.
Ты бы не хотел об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него. Он толкнул ее, она упала. Тогда все и началось. Мы были одни. Помощи ждать неоткуда, всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось. Мама была в шоке. Несла вздор, мол, все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. Войцех говорит, у твоей матери на руках были странные знаки. И что чудовище утащило ее в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула. Скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит с ее руками. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. И я видела, как оно выворачивает деревья. Я в жизни так не боялась. Оно схватило маму и исчезло в лесу. Я хотела поехать за ними, но кони понесли. Теперь я даже не знаю, жива ли она. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Ты знаешь, что это может быть непросто? Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут. А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Что за новые друзья, если это, конечно, не тайна? Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди, и они мне помогут. Так вот, откуда эти светильники в твоей комнате? Ты увлеклась Вечным Огнем? Когда жар пламени Вечного Огня разжигает твое сердце, пламя до конца жизни ведет тебя дорогой правды и прибавляет сил. Желаю, чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести. Спасибо. Когда я был маленький, меня учили не играть с огнем. Обжечься можно. Я и не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу-чудовищ. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Рад, что ты знаешь, кто я. А сам ты не представился. Граден. Охотник за чародейками. На службе его королевского величества Радовида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и церковь Вечного Огня благодарны тебе. А все-таки интересно, что барон нанял для поисков дочери именно ведьмака. Отчаявшийся отец способен на многое, чтобы найти свою дочь. И это говорит ведьмак? А говорят, мутации лишают вас человечности и отнимают чувства. Многие лишены человечности и без мутаций. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Пока ты не уехала, твой отец просил передать вот это. Клара? Отец велел привезти мне куклу? Смешно. Он думал меня этим купить. Передай ему, что растоптанного детства красивым жестом не вернешь. Прощай, ведьмак. Несмотря ни на что, спасибо, что дал мне выбор и не вынуждал вернуться к этому тирану. Я надеюсь, что ты понимаешь, во что ввязываешься. Всего доброго. Удачи.
Вечный огонь с тобой. Берегитесь, ибо не знаете ни дня, ни часа. Предание. Привет. Ну вот, пожалуйста, ведьмак. Думается мне, будет у меня, наконец, интересная работа. У тебя же работы хватает. Ах это? Это заказ от Риданской армии. Делать одно и то же хорошего мало. Никакой тонкости не требуется. А ты, значит, хочешь совершенствоваться? Конечно. Ремесло, оно же как бабу трахать.
Ритм словил, и все-то у тебя получится. Только в конце никаких оваций. Так что, есть у тебя какой особый заказ? Мы же говорим о доспехах. О чем еще? Покажи, что у тебя есть. Будь здоров. Приветствую еще раз. Так что, подкинешь мне интересной работы? Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру. Thank you.
Во-во-во-во-во, не тушься, меня не запугаешь. Родовит король строгий, но справедливый. Только болезни разносят. Паразитизм и дизентерия. А мама говорила, что если я не буду есть обед, то превращусь в стрыгу. Это я тебя видел. Я тебе морду не бил? Ответ. Сыночек твой вырос большой.
обед. Эй ты, люд! Здесь риданская армия стоит. Прохода нет. Не будешь продать лодки. И где же эта риданская армия? Так ведь я тут стою. Не видеть? Я записался в армию короля Радоведа. И мне приказ защищать лодки. Дрянь это, а не лодки. Мне надо защищать лодки. Но нет дров на этот забор. Но есть лодки. Я сделал забор из лодок. И теперь лодки защищают лодки. Кто завербовал тебя в риданскую армию? Никакой вербы не было. А были солдаты. Сотник говорит, охранять лодки, а то их крестьяне могут украсть, потому что это их. Я не понимаю. Я понимаю так, конфисковали эти лодки у крестьян и боялись, что те попробуют свои имущества отобрать. Что было дальше? Сотник ушел, а солдаты пили. И пели так, что ух. Я слушал, но крестьяне пришли с косами. Я хотел помочь армии. Тогда иду, крестьяне в крик, солдаты в крик. И я совсем не сильно, они лежат, солдаты тоже. А приказ был охранять лодки. Вот я охраняю. Я теперь весь солдат и петь тоже умею. Петь? Нет, я уже слышал, не нужно. А где тела? Я ни одного не вижу. Я был голодный. Жалко пропадать еду. Крестьян не жалко. Товарищи чуть жалко, а провизия хорошо. Понимаю, у войны свои законы. А людь тоже солдат? Нет. Я могу тебя сделать солдат. Тогда я сотник. Я говорю... Принеси краску, и людь принесет краску. Какую краску? Ну, краску. Красную, белую. В городе есть. Но я не могу идти. Я охранять лодки. Я попробую раздобыть красок. Хороший людь. Риданская армия тебе этого не забудет. Когда в войне под споре пехотинцам лукоморья. Эх, Дуня, Дуня, Дуня я, а ты Ридания моя, не спасет ты. Свора от риданцев Третогора. Эх, Дуня, Дуня, Дуня я, ты Ридания моя.
Чего желаешь? Если у меня нет этого сегодня, непременно будет завтра. Посмотрю, может, что-нибудь выберу. Будь здоров. Видел уже, что у меня на прилавке. Чего желаешь, если у меня нет... Я бы сейчас лучше в карты сыграл. По эту сторону Понтера. Видел уже, что у меня на прилавке?
Рядовой Крадун по вашему приказанию прибыл. Так случилось, что у меня есть с собой краска. Что случилось? У меня есть краска, но рисовать не умею. Да, это осложняет дело. А Людь умеет рисовать? Я приказываю, пусть умеет. Ну, смотря что. Птица пусть рисовать. Такого риданского, как на гербе. Я могу попробовать. Птица-то есть? Красивый птиц. Ты так думаешь? Ну что ж, если тебе нравится. Хороший людь. Не такой, как другие. Спасибо. Брата добра не по сборе пехотинцам духа моря. Дуня, я, а ты Дания моя, не спасет Эндыра с ворона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.